Ох! Ну, что же тогда на этот раз можем вам сказать? Заканчивается наше мероприятие. Прошло оно успешнее несколько раз, чем первое. Мы такого наплыва посетителей даже и не ожидали. Но это плюс. И выступающих тоже. Но без минусов, конечно же, не обошлось. Но в целом... А ты не обращай внимания на это. Думай о хорошем. Только о хорошем. Песня такая была. Фламинго, помнишь? Да, розовый фламинго. Розовый фламинго, кстати, живут комарами. Вот. Исторический научный факт. Объявлю-ка я победителей нашего фестиваля. Давай вместе объявим. Удиви меня. Вот это что у нас такое за группа? К. Ага, это значит косплей-дефиле. Нет, вроде это не косплей-дефиле. Ничего, их меньше. Косплей-дефиле. Победитель у нас команда «Мы что ли?» из «Электростали». Давай. Или тоже, да, вот они к нам выходят. Сейчас мы им дадим по башке. Вот. Это ваш призыв, без работы, вы вообще молодцы. Вот. Выступайте чаще. Следующие у нас. «Цепи и кольца», кстати, из того же альбома. Караоке у нас. Да, караоке. Настя Пушкова. Все, звуки там. Мы считали, так и вышло. Я не виноват. Вот. Спасибо! Победили. Вот и носите. И наконец, фанат. Сам у нас обширная такая номинация. Победил. Не меньше 20 работ. Да, не меньше. А точнее, 20. И что самое странное. Победила именно 20-я работа. Эксель, Бич Паник, Full Metal Panic, Москва. Где находится у нас? Ей лично передам. Найду, догоню, добавлю, еще раз добавлю, ну и так далее. Фотки увидите. Где увидите? Пожалуй, в группе. У нас есть. Мы поем? Да, у нас. Мы не поем ввиду отсутствия голосов, но группа у нас вроде есть. Замечательно. Там вы увидите. Так, давай-ка ты что-то заключительные слова скажешь. Заключительные слова. Сказал. Молодец. Второй. Фестиваль. Японская анимация, да, «Электросталь». Окончен. Всем спасибо. До свидания. До свидания.